А проиграли мы сегодня 4359. Вот так вот мы и выступили. Против Сурива, на большом блайнде против Баттона Сурива, мы сыграли чек-кол. Иногда мы играем чек-рейс, но чек-кол тоже сгодится. По идее, это изи кол, но в Сурива не, нельзя такое выбрасывать, это перебор. Ну вот ривер, мне кажется, здесь низкая мотивация даблифовать, потому что к риверу он останется, грубо говоря, с AX руками, и мы фактически будем пытаться выдавить топ-пару, наверное, с приличным кикером в 3-бет-поте, и мне кажется, что это плохая идея. Также негативное влияние на руку имеет дама бубнова. Я не в восторге от ситуации, но, конечно же, другого действия, кроме как пуш, у нас здесь в это дело нет. Здесь пуш, но мы никуда не деваемся. Единственный вопрос, чем он так пушит? Ну, видимо, флаш дро и король дама, может быть. На value у него здесь должны быть туз-дама одномастные, это две комбинации. Туз 8 теоретически одномастная, это еще одна комбинация, восьмерки еще 3, семерки 2. Так, туз дама, скорее всего, разномастная, не будет присутствовать в этом диапазоне. На блефе 9-10, 10 валет, возможно валет 9, король 10, король валет. И все это может быть разных мастей, то есть по сути, конечно, а еще дама у него могут быть. Конечно, по сути, ситуация не сахар, да и оппонент Тириан, но, честно говоря, мне кажется, что здесь кол обоснован. Да елки-палки, ну так нечестно, я даже эту комбу тебе не докладывал, ну что ж ты делаешь со мной? Таким овербет-пушем он фактически репрезентирует фулл-хаус. Может быть иногда флаш, но чаще все-таки фулл-хаус. А фулл-хауса мы, кстати, неплохо блочим. Будем колить. Как можно так стрейт разыграть? Ей-богу. Мы немножко блокируем блефы, это не очень хорошо. В принципе, я сегодня уже достаточно много херокорил. Учитывая, что он колирует практически любые одномастные коннекторы, можно предположить, что там будут и мелкие пики совсем. Ну, в общем, пограничненько, но я как телефон истинный. Да, детка, ну наконец-то! Воу! Бум! Бум! Да! Вот это хорошо! По риверу получается, что мы можем попытаться выбить даму валет даму 10, десятка немножко вредит. Может быть иногда он выкинет короля, 10 валет, понятно, упадут. Но средних пар там, скорее всего, не слишком много. Ну, так себе блеф, но банк достаточно большой, что мотивация напасть есть. И, к сожалению, кол по туз-даме. Окей, хорошо, что мы ее блокировали, в этом был смысл. А здесь мы чудом доехали и поставим овербет после овербета. То есть тут мы блефовали, а теперь будем быть. Снэп-кол. И плохие новости для него. Смотрите, какой траппер. Потомственный траппер.
Риверу закрылся флаш и одновременно фулл хаус. Блеф нужно взять какие-то 9-10 с пикой желательно и долбануть. Не думаю, что нас сейчас вскроют сильно часто. Просто потому что, опять же, подчеркну, я не думал, что у него много дров такой линии. Да, ну он не кавалерка. Здесь тоже иногда можно подрейдить против Алекса, но я думаю, кол надежнее. Я решил все-таки просто кольнуть его. Против Алекса легкий кол. Так что, ребят, будьте здоровы. Увидимся завтра по расписанию. Все, пока-пока.